Анфиса, у вас такие прекрасные глаза. Невозможно оторваться. Вы знаете, я думаю, что все, о чем мы можем попросить Анфису Чехову прямо здесь и сейчас, не нужно говорить, не надо слов, Анфиса. Вы не могли бы для меня, для всех зрителей Муз-ТВ, для всего Олимпийского просто попрыгать? Анфиса, мы против вас, пожалуйста! Ксюша, а ты за это поцелуешь меня? Изменить Тине Канделаки, прости, дорогая, она мне этого не простит. Нет поцелуй, нет прыжков. А извини, можно я попрошу вас поцеловаться и попрыгать вместе? Иван, только вместе с тобой. Только вместе с тобой, мой дорогой. Слушай, знаешь, что я предлагаю? Давай внесем некую перчинку в нашу церемонию. Понимаешь, вот Иван, он парень нерешительный. Одной мне его соблазнить никак не удается. Но с человеком, который говорит про секс с утра и до вечера, я уверена, это получится. Пойдем к Ивану, Анфиса. Пойдем, побежим. Ваня, мы идем к тебе, Ваня. Давай, ты справа, я слева. Иван. Давай, без лишних слов, пожалуйста. Ксения, подождите. Тебя. Анфиса, ну ты-то что? Ну ты... Ксюша, что вы сделаете? Уймитесь обе. Остановите этих сумасшедших баб. Извините, я буду называть вещи своими именами, ладно? Иван, девочки, не сопротивляйтесь. Почему я вас называю девочки? Девчонки. Анфиса. Иван, ну хватит же, я так давно об этом мечтала. И я Ксюша, тоже. Давайте да, девочки, недалеко же ваши мечты ушли. Вы бы лучше мечтали о мире во всем мире. О том, чтобы закончить начатое вами давно среднее образование. Но каким-то образом ставить какие-то выполнимые задачи перед собой. Зачем же вы сейчас, вот здесь, перед всем Олимпийским, бегаете туда-сюда? То, что вы умеете двигаться, мы знали и без этого. Хорошо. Раз мы заговорили о образовании, скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь о внутрисистемном кризисе матричной системы социума, Иван? Я давно хотел задать этот вопрос. Я думаю, что ему тесно в платье. Перед Иваном стоят две такие женщины, а он нам говорит про какие-то матричные системы. Анфиса, мало того, возникают что... Возникают подозрения. Мало того, что это говорила Ксения, но ты нас путаешь, мы похожи, не обращай внимания. Нет, Иван,